Профессия журналиста поистине неординарная. Она требует от тебя внимания, ответственности и креативного мышления. Сегодня у студентов КФУ будет возможность продемонстрировать все эти качества. На часах 9:01, и мы даем старт телемарафону. Наша работа за кадром – это абсолютно иная сторона телевизионного мира. Сегодня мы приоткроем завесу тайны журналистского ремесла. Роль ведущего – одна из самых главных, ведь именно он является лицом программы. Одна из самых сложных задач у журналистов – это сбор информации. Аня, ты сейчас идешь на съемку. Какая у тебя цель, идея, что ты хочешь сейчас сделать? Что я хочу сделать? Набрать, наверное, побольше хороших кадров на сегодня. Опросить интересных людей, получить такие емкие, классные ответы. А что нужно сделать для того, чтобы тебе, ну, любой человек дал интервью? Ну, каждому свой подход. Кого-то надо упрашивать, кому-то перекрывать дорогу, а кого-то и вовсе не уговорить. Ну, я надеюсь... Чему будем надеяться на лучшее? Да, я надеюсь, именно сейчас ты нам это продемонстрируешь. Сегодня вышла взять интервью. Ну и скажи мне, пожалуйста, как результаты у тебя? Мы пришли снимать на сковородку, и всю сковородку обходят полностью стороной. Вот такие суровые будни у начинающих журналистов. И как говорил великий Ленин, чтобы все получалось, нужно просто учиться, учиться и еще раз учиться. После сбора информации все журналисты собираются в одном месте, чтобы выбрать самые лучшие материалы. Саша, иди уже, а? На творческих людей обижаться нельзя. Сегодняшний день у студентов КФУ действительно продуктивный. Найти информацию, взять интервью, записать текст и смонтировать сюжет. На это способны только тележурналисты. Телемарафон не закончился. Журналистам нужно защитить свою работу перед строгим жюри. Но это не главное. А главное то, что они получат бесценный опыт и смогут опробовать на вкус журналистскую кухню. Александра Волкова, Руслан Урманов, Универньюз.